Тенгиз, меня допрашивали. Мне пришлось сказать, что мы с тобой вместе, рассказать о нас. Не страшно. Они бы все равно узнали. Говорят, Юру отравили. Знаю. Полиция второй день в ресторане. Уже везде успели нос свой сунуть. Ты видел, как это произошло? Что произошло? Я просто шел за ним, хотел поговорить, но не успел, он упал. Просто упал? Это ты? Нет, только скажи мне сейчас честно, это ты его отравил? Я? Нет, я просто хотел рассказать ему о нас. Ты же отлично знал, что он меня просто так от себя никогда в жизни не отпустит. Да он скорее убьет меня и тебя. Да, да, знал. И ты же сказала сама, что разберешься с ним. Я думал, что это ты. Я что? Я что, Тенгиз? То ты его. Ради нас, ради ребенка. Господи, он же бил тебя. Ты трус. Какой же ты трус, а? Ты хочешь сейчас все это взять и повесить на меня? Нет. Я в тебе очень сильно ошиблась. А у нас совещание 5 минут назад началось. Прошу прощения, Андрей Петрович. Ты рассказал уже про Лебедева и Махотеля? Ну, рассказал в общих чертах. Отвлекаться будем, Марина Николаевна? У меня вообще-то плотный график, между прочим, я вам не мешаю. Извините, Андрей Петрович, мы ждем ваших распоряжений. Значит так, у нас трое подозреваемых. Это Дарья Пашкова, внебрачная дочь Лебедева, его жена Елена Лебедева, ее любовник Тенгиз Махотели. У всех троих есть мотив для убийства. Вообще-то мы проверили, у Лебедева не было официального завещания. Поэтому Дарья Пашкова не может быть подозреваемой, потому что ей это уж точно была невыгодна смерть отца. Ну да. А если у нее был другой мотив? Не связанный с завещанием. У всех троих надо провести обыски на предмет обнаружения следов яда в квартирах.
И самое главное, попытаться понять, кто из них в принципе мог приобрести цианид. Хорошо, у нас вопросов больше нет. Да, а еще. Отравление же это чисто женская тема, да? Поэтому Пашкова и Лебедева – наши главные подозреваемые. Мы можем идти, Андрей Петрович? Идите, Мария Николаевна. Я тоже пойду. Да, пожалуйста. Влад, поедешь со мной к Лебедевой, а в ресторан я другую опергруппу направлю. Может, в ресторан супергруппы я поеду? Самостоятельно если захотел? Вроде того. Ладно, давай. Тогда будем на связи. Парни подробнее, чем ничего не пропускают. Да все равно ничего не найдут. Запрещенного не бывает. У вас крысы в ресторане есть? Нет, конечно. Как это нет? Мы их травим каждые полгода. У нас чистота такая, с пола можно есть. А чем травить? Чтобы сливки мои не спали. Понятия не имею. Фирма по договору приезжает, с собой все привозит. Респираторы, яды, распылители. Я за то переживаю. А кто-нибудь из сотрудников ресторана при этом присутствует? Нет, никого. Мы в эти дни позже ресторан открываем. А, вы, наверное, думаете, что Лебедева крысиным ядом отравили? Ничего у нас нет. Вы там ничего не найдете? Я тут слишком вызнала. А вот торт испортится. Добрый день. Мне нужно вам задать пару вопросов по поводу вашего отца. Я работаю. Хорошо, выполните заказ, а я вас за свободным столиком подожду. Так, давайте еще раз. Вы взяли кекс с витрины и сразу отнесли отцу, так? Ну да, так и было. А это кто-нибудь может подтвердить? Нет, но мы ведь были одни. Вы что, меня подозреваете? Нет, Даша, подождите. Но я же чувствую, что вы мне не верите. Вы думаете, что я отравила собственного отца? Да я всю жизнь росла без отца. Когда я его нашла, я почувствовала себя самым счастливым человеком на свете. Он меня признал и принял, дал мне работу, жилье, да я молиться на него была готова. Даша, вас подозревают, потому что вы последняя, кто видел его в живых. И к тому же вы принесли этот кекс, в котором... В котором был яд? Я не должен был это вам говорить. В тот день он не ел кекс. Он только пил кофе. Так, подождите, стоп. Вы дали показания, в которых сказали, что вы принесли ему кофе и кекс. Ну да, так и было. И что? Он не стал его есть. А куда тогда делся кекс? Я его съела, пока ждала. Значит, вы съели. И это никто не может подтвердить. А... Даша, а за каким столиком вы сидели? За этим. Вы думаете, почему он был свободен? Это папин столик. Угу. Камеры здесь есть? Ну, да, вон там. Угу. Понял. Спасибо. Это что такое? Это соль с Мертвого моря. В прошлом году были в Израиле. Хорошо, проверим на всякий случай. Вперед чуть-чуть перемотай. Так, так. Стоп. Назад. Вот.
Алло. Мария Николаевна, у меня есть видео, где четко видно, что Кекс ест его дочь. Значит, Лебедев перекусил отравленным пирожком в другом месте. Ясно. Спасибо. Ну, все, мы закончили. Ну и что? Кроме сувенира из Израиля, у нас что-нибудь еще есть? Ясно. Нужно все еще раз как следует проверить. Я там уже смотрел. Угу. Елена! Думаю, именно эту коробку я видела в вашем кабинете. Да, мне ее кто-то из пациентов принес. Я не люблю сладкое, а мой муж любил. Значит, он вас ревновал, бил, а вы ему носили сладости. Извините, но в это как-то слабо верится. Наши отношения не всегда были такими. Если бы я ему перестала бы носить сладости, он бы точно меня в чем-то заподозрил. Ну что, сладкого в ресторане не хватало? Просто у нас рядом с медцентром хорошая кондитерская. Экспертизу это срочно. Я изменяла мужа. Но я даже пыталась с ним развестись, но я его не убивала. Неужели вы думаете, что я принесла пирожные, подсыпала в них яд и пыталась Юру отравить? Для начала я хочу выяснить, как эти кексы попали к вам в кабинет. Слушаю. Мария Николаевна, это вы должны были стать криминалистом. Как я мог проглядеть такую улику? Давай без прелюдий, Кошкин. Ну что, экспертиза готова? Так точно. Цианистый калий в образце обнаружен. Благодарю за оперативность. Елена Михайловна, ну как вы? Я очень за вас переживаю. Все хорошо, Ирина. Это Ирина Кротова, моя ассистентка, медсестра. Я могу с ней поговорить наедине? Конечно. Я тогда жду вас в кабинете. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, где я могу найти администратора или начальника охраны? Администратор уехал в Минздрав. Если хотите, я могу вам помочь. Мне нужен доступ к записям камер на этом этаже. Они у нас уже год не работают. Все никак на новые не заменят. Угу. Ну, хотите, я вам охранника позову? Нет, спасибо. Я хочу задать вам пару вопросов. Вы ведь работаете с Еленой давно уже, да? Давно. Пациентки Елену Михайловну просто обожают. Угу. Стольких счастливыми мамочками сделала. Ну и, конечно, все пытаются ее благодарить. Что приносит? Да приносит по-разному. Конфеты, кофе, чай. Шампанское на Новый год приносит. А пирожные, кексы? Ну да, приносит. У нас тут кондитерская неподалеку. И, кстати, я недавно у нее такой десертик видела на столе. А кто его принес? Вы не видели? Да нет. Понимаете, люди стесняются благодарить в открытую, и поэтому заносят свои дары, так сказать, незаметно. То есть дверь в кабинет всегда открыта? Ну да, мы ее и не закрываем. Но нам же выходить часто приходится. Ну то карточку взять, УЗИ. Скажите, у Лебедевой были с кем-то из пациенток конфликты в последнее время? Да нет, ну что вы. Но она же беременности ведет. А мамочкам волноваться нельзя. Ну, тоже верно. Ирина, распечатайте мне, пожалуйста, список пациентов, которые приходили к ней в понедельник. В этот? Да. Ну, конечно. Одну минуту. Пожалуйста. Угу. Благодарю вас.
я слышала, что сказал эксперт, что яд находился в кексе, а коробка от него у меня. Но я понятия не имею, как она туда попала. Что, если вы были мишенью убийцы? У вас есть враги? Я не знаю, враги. Вот список пациентов, которые были у вас в тот день. Посмотрите, кто-то из них мог желать вам зла? Нет. Елена, если отравленный десерт предназначался для вас, я советую вам быть осторожнее. Поверь мне, как профессионала, групповые занятия никакого эффекта тебе не дадут. Если хочешь рельеф, то это только индивидуальные тренировки. Ну и сколько нужно индивидуальных тренировок? Ну, чтобы не стыдно было показаться на пляже. Слушай, пойдем ко мне. У меня потрясающий вид из отеля. Да-да. Елена Михайловна, проходите, садитесь. Я на минуточку, Александр Федорович. Вы, наверное, знаете о сложившейся у меня ситуации? Да. Примите мои самые искренние соболезнования. Спасибо. Я какое-то время, наверное, не смогу работать. Да, понимаю. Вам надо переключиться. Тем более у вас отпуск, кажется, остался 2 недели. Я жду ребенка и хотела бы догулять весь оставшийся отпуск и сразу же уйти в декрет. А какой у вас срок? 13 недель. Ну, Елена Михайловна, согласитесь, до официального декрета вам все-таки еще далеко. Может быть, не стоит спешить? Александр Федорович, поставьте печать, пожалуйста. Я бы хотела полностью сосредоточиться на ребенке. Елена Михайловна, я вас поздравляю. Я так рада за вас. А как же мы будем без вас? Спасибо, Ирочка, но меня пока еще никто никуда не отпускает. Да, отпускаю. Отпускаю. Будет вам декрет. Даже в голову не берите. Спасибо. Почему я ей верю? Да потому что если бы Лебедева знала о яде, она попыталась бы избавиться от улик и не оставила бы крошки с цианидом у себя в квартире. Это просто нелогично. А если это ее план? Следствие запутать. Ты просто подумай, она была беременна от любовника. Никакому мужу не понравилась бы эта новость. Она собиралась развестись. Да, но развод это означает раздел имущества, а другое дело, когда муж уже мертв, жена получает все. И я, честно говоря, не верю, что она не знала про внебрачную дочь своего мужа, про новое завещание. Ее надо задерживать. Дай мне еще неделю. Я попытаюсь доказать, что Лебедева невиновна. И ты все-таки уверена, что ее сама пытались стравить? Да. Хорошо, ладно, она еще неделю под подпиской о невыезде. Но я уверен, что ты теряешь время. И я тоже. Мария Николаевна, вот это все. Спасибо. Скажите, я вам еще нужна? Подождите меня за дверью, пожалуйста, ладно? Хорошо. Может быть, на выходных сходим в кино? Ну, если у вас нет других планов, конечно. В кино? Я сейчас вообще не могу думать о кино. Лучше скажите мне, как продвигается следствие. К сожалению, я это не могу обсуждать. Очень жаль. Потому что мне кажется, что вы вообще не ищете убийцу моего отца. Ну, зачем вы так? Потому что человека отравили, как собаку. А все ходят, и всем все равно. Даш, не переживайте, у нас есть подозреваемый. И кто это? Лебедева, его же... Я не должен был вам это говорить.
Не волнуйтесь, я никому не скажу. Так, может быть, все-таки сходим в кино? Я подумаю. Тебе от меня нужно. Я хочу знать, что происходит. Почему ты не отвечаешь на мои звонки? А тебе лучше уйти. Подожди. Сядь в машину, поговорим, потом я уеду. Лена. Я не убивал твоего мужа. Ну как ты можешь так думать обо мне? То, что ты совсем недавно грозился его убить. Ты забыл вот это? Это эмоции. А ты? Ты же сама сказала, что у тебя есть какой-то другой способ. Что? Что ты найдешь выход. Разве нет? Просто скажи мне правду. Я не перестану тебя любить. Нам с тобой лучше больше не видеться. Не говори так. Ты носишь моего ребенка. Я скучаю. Пожалуйста, оставь меня. Мне нужно идти. Похоже, на этот раз моя интуиция меня подвела, нет никаких улик в пользу моей версии. Значит, Лебедеву никто не пытался отравить? По крайней мере, на этой неделе покушения на нее не было. Знаешь, мне вообще кажется, что твоя личная симпатия к Лебедеву мешает следствию. Да. А я времени зря не терял. Оказывается, Махотели работал поваром 5 лет. На горнодобывающих приисках. И я выяснил. Вот. Оказывается, для обогащения руд используется цианид, при том в больших количествах. У Махотеля была возможность достать яд. Ну, неужели все так просто? Ну, пока не знаю. Конечно, хочется в это верить, но, в общем, их надо допросить, снять показания, устроить очную ставку. Нужно же понять, были любовники в сговоре или нет. Ингиз Махотели, вы арестованы по подозрению в убийстве. Вам необходимо проехать с нами. Что такое-то? Что происходит? Что? Разве можно так? Да, я вообще не думаю. Сейчас приезжаю. Сегодня. Оденьте его. Затравил кровь. Слушай, мы это едим. Я больше не буду есть. Я не буду за это платить. Интересно. Все факты указывают на то, что Лебедев был отравлен у себя в квартире. И вы единственная подозреваемая. Я не убивала его. Но вы принесли отравленное пирожное домой. Я не знаю, как в пирожном оказался яд. Вы же знаете,
что его мне кто-то подбросил в кабинет. Я вам 1000 раз об этом говорила. Елена, я вам верю. Но вы должны мне помочь. После работы вы сразу поехали домой? Нет. Вы куда-то заезжали, с кем-то встречались? Пожалуйста, постарайтесь вспомнить и описать все в малейших подробностях. Я вас оставлю одну. Не буду вам мешать. Что, Махотели уже сделал признание? Слушай, по минутам все расписал, вот вину не признает. Ну, я так и знала. Интересно, что напишет Лебедева. Я встретилась с Тенгизом во дворе медцентра. Он увидел синяк у меня на шее и догадался, что меня ударил муж. Тенгиз стал бить кулаком по перилам и кричать. Что именно он кричал? Я не помню. Ну, может быть, вы помните? Я сказал, что убью его. И что? Я не люблю, когда бьют женщин. Далее Лебедева утверждает, что вы отвезли ее домой, и по дороге вы снова поссорились из-за кексов, которые Лебедева везла для мужа. Поссорились. Потому что она обещала мне, что уйдет от него, а сама ему кексы таскает. Потому что я боялась. Если бы он узнал, неизвестно, что бы он с нами сделал. Что имеете в виду? У меня нет доказательств, но я знаю прекрасно, что мой муж в 90-е состоял в какой-то банде. И он рассказывал мне, что они делали там с людьми. Если бы он узнал, он бы нас просто убил. Не сам так поручил бы кому-нибудь. Ты за жизнь свою боялись, да? Итак, продолжим. Судя по вашим показаниям, Махотели отвез вас домой, по дороге вы никуда не заезжали. Заезжали. Да вы что? Почему же вы ничего не написали про это? Она просто забыла. Помнишь, когда ты из машины к банкомату выходил? Я скажу, какой банкомат вы проверите. Ну, проверим, не волнуйтесь. Так вот, когда ты вышел из машины, я обсыпал ядом кексы. Нет. Нет, нет. Отпустите ее. Она здесь ни при чем. Слушай, может, отметим? Все-таки дело такое серьезное закрыли, а? Слушай, да, честно говоря, не до отмечаний. Да и Лебедеву жалко. Такая ужасная ситуация. Ну, не будем отмечать, просто посидим. Я могу войти? Нет. Понял. Может, я виноват? Маша, вот и всей ситуации я один виноват, правда. Ты мне изменила на эмоциях, а я... Может, мы забудем все и попробуем все сначала? Слушай, ты действительно считаешь, что они были в сговоре? Ну, вообще думаю, да. Потом Махотели все правильно понял, что все улики против Лебедева, и взял вину на себя. В принципе, это благородно, учитывая, что она от него ждет ребенка. Мне кажется, Елена правда не знала об убийстве. Может, мы с тобой махнем куда-нибудь на выходные? Как на это смотришь? Что? Маша? Вкус какой-то странный. Можно? Да. Нормально?
Нет, правда, нормальная макарона. Да. Угу. А... Да, хорошо, еду. Вызывают опять? Угу. Куда? Не поверишь. В прокуратуру. Поел. Ты знаешь, а может даже хорошо, что обед не сложился. Я думаю, что тогда сложится прекрасный ужин. Да я могу сама. Нет уж, изволь. Давай. Девушка, мы ничего не покупаем, спасибо. Девушка, мы... Я просто хотела посмотреть в глаза убийцы моего отца. Пройдите, пожалуйста, в квартиру. Я знаю, он любил вас, а вы изменяли ему. Я не знаю, как вас зовут, пожалуйста. Даша, меня зовут Дарья Пашкова. И он признал меня, хотел дать свою фамилию. А теперь его нет. Вы отняли у меня все. Пусть Бог накажет вас за то, что вы сделали. Я тебя что, разбудила, что ли? Ну, мам, ты бы хоть предупредила бы. О, от вас приглашение раз дождешься. На, держи. Вот я решила сделать сюрприз. У тебя получилось. Так. Вот смотри-ка. Андрюшенькины любимые. И когда ты только все успеваешь? А мне теперь делать-то нечего. На пенсии. Все успеваю. Все новости смотрю. Да. Банки закрываю. И к вам вот приезжаю. Так, а зятёк-то мы где? Проходи на кухню, мам. Ага. Так. Так Андрей-то где, дома? Мы поссорились, пока решили пожить отдельно. Как это? По разным комнатам, что ли? Нет, мам, совсем отдельно. Ой. Нет, 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 доченька. Я уверена, вы с Андреем обязательно помиритесь. Вот у вас период сейчас такой просто. 7-й год ведь, да? Вот самый кризисный. Да, мам, при чем здесь это? Вот мы с отцом чуть не развелись на 7-й год. Я ребенка жду, и не от мужа. А от кого? Ни от кого. Мам. Мам. Мама. Ну что, ну куда ты? На вокзал. Зачем? Билет поеду сдавать.
А я теперь никуда отсюда не уеду, пока я не буду уверена, что у вас здесь все хорошо. И что у моего внука будущего есть отец. Вот так. Просто выворачивает от этого чада. А тебя теперь от всего выворачивать будет. Месяца три так точно. Ну, знаешь что, тошнит тебя, не тошнит. А ребенок нуждается в питании. Так что давай ешь. Вот, сметанки сейчас положу. Вот так. Кстати, а будущий отец-то у нас в курсе? Маруся, ты непременно должна ему сообщить. Даже если не собираешься с ним жить дальше. Ребенок не должен жить с комплексом неполноценности. Я буду растить ребенка одна. Ой. Мама, пожалуйста, не лезь в мою жизнь. И не давай мне советов. Во-первых, я их не слушаю. А во-вторых, я этого не люблю. А зря. Очень зря. Даша, привет. Привет. Даш, послушай, я виновата перед твоим отцом. Но я не хотела, чтобы так получилось. Это роковое стечение обстоятельств. Я не нуждаюсь в вашей исповеди. Но я хочу тебе помочь. Да как вы можете мне помочь? Папа обещал мне, что поможет мне поступить в институт, что купит квартиру, что мы поедем в Европу на Новый год. А теперь всего этого не будет. Ты знаешь, у меня есть черновик его завещания. Я хочу, я готова исполнить его последнюю волю. Если хочешь, Даш, мы проконсультируемся у юриста. Я уверена, он подскажет, что делать в такой ситуации. Ты думаешь, что мне нужно его наследство? Мне нужен папа, родной человек. Я здесь совсем одна, и у меня никого нет. А где оригинал? А, в полицию. Моего мужа убили, и сейчас идет следствие. Кто убил, уже известно? Какое это сейчас имеет значение? Ну, если суд установит, что убийца кто-то из наследников, то он будет объявлен недостойным и лишится своей доли. Ну нет, ну это не наш случай. Посмотрите еще раз. Вот это заявление написал мой муж. Он завещал часть наследства своей дочери, Дарье Пашковой. Вам нужно будет подать в суд на установление отцовства. Нет, ну это невозможно, мы его уже похоронили. Ну, это только дурацких телешоу, тест на ДНК, единственный аргумент. Вот это не дает вам права на наследство. Но если графологическая экспертиза установит подлинность почерка Юрия Лебедева, то это значит, что он признал вас своей дочерью. И что это изменит? Ну как что? Вы можете претендовать на наследство по закону. Ты знаешь, я могу поискать в интернете, где найти хорошего графолога. Да это не имеет значения. Это все равно ничего не решит. Ну почему? Ну юрист же сказал, что в этом ничего нет сложного. Потому что у меня нет денег на экспертизу. У меня нет даже денег на съемную квартиру. Меня завтра уже выселят, и мне придется ехать в Челябинск, в Тюрино. Даша, ты можешь пожить у меня. Я оплачу сама тебе экспертизу. Ну вот, это самая светлая комната в квартире. Я думаю, тебе здесь понравится. Ой. А это для кого? Вы ждете ребенка?
У меня будет братик? Ну, не совсем. У него другой папа. Понимаешь, иногда чувства оказываются сильнее разума. Это ребенок убийцы? Я не знала, что он на это способен. Я не ожидала от него такого. Не говори так, потому что ребенок ни в чем не виноват. А как вы его назовете? Павел. В честь моего дедушки. Он герой войны. Угу. А какая у него будет фамилия? Я пока официально замужем, так что для всех это будет сын твоего отца, Павел Лебедев. Хорошо, я никому не скажу. Но по справедливости я единственная дочь своего отца. Даша, ты не волнуйся. Что бы там ни решил суд, я обязательно отдам тебе твою долю в наследство. У нас, к сожалению, нет показаний Махотеля о том, как он достал цианид. Но у нас есть его чистосердечное признание, а это, как известно, царица доказательств. Ой, знал бы ты, сколько проблем из-за этой царицы на суде. Занята? Ну? Ты зайди ко мне, как закончишь, ладно? Угу. Алло? Да, я тоже соскучилась. Что? Ты уже здесь? Ты шутишь? Слушай, ну я успею, да, успею. Сейчас, Лен, я вернусь поздно. Я могу взять ключи от квартиры, чтобы вам не открывать, когда я вернусь? Конечно, бери. Алло, да. Обалдеть! С ума сойти! Как так? Я скучал по тебе. Не верю. Ну, почему ты тогда со мной не поехал? Ну, я не знал, что я буду скучать. Тем более раньше ты всегда была рядом. Знаешь, я хочу попросить твоей руки у твоего отца. Ты нас познакомишь? Папа умер. Что? А как ты теперь будешь? Я не пропаду. Ну, ты ко мне так и не зашла, Маш. Ну, подожди, я хотел просто узнать, что произошло. Мне показалось, что мы с тобой вчера вроде бы помирились. Ты на звонки не отвечаешь. Андрей, нам нужно развестись. Ага. А почему? Я все обдумала. В общем, у нас нет шансов. Отойду, да. Ты с ума сошла? Уже больше года у вас не было срывов. Динамика просто замечательная. Ой! Помогите, полиция! Убью! Своими руками убью! Тварь! Поверьте, она не виновата. Она ни в чем не виновата. Да давай вместе вести это дело. Она же акула, кого хошь сожрет. Да не акула она никакая.
Понимаете, у меня память, она какими-то кусками. Вы все вспомните. Ну, то есть она может кого-то убить и просто забыть об этом?